А Кирилл Play ваш, да? Ага. Да. А ты его случайно это выкинул, блядь. Слушай, знаешь что? Я что хотел спросить. А ты у Мармока с Джоханом будешь админом, да? Я не знаю, я подал заяву, но я не горюсь. О, давай садимся в тачку и ты пешница. Ты за руль сядешь. Давай ты за руль сядешь, ты пешница. И это, на склад. Да, крутая. Мест больше нет, блядь. Да. Возьми что-нибудь. Все, подожди. Иван. Блядь, ну на. Самые топы. What the fuck? Еще Ибра надо ждать, это не Ибра был. Да! Я бы с удовольствием с вами поиграл. Я тем более Хоппера уважаю, как братана. Ой, ко мне чувак один присоединился. Я его перепутал с тобой. Ладно, удачи. Чтоб тебя мусоровоз сбил. Это басы. Пальцем щелк и деньги в банк. А, в банк, блядь, точно. Чё там видно? Не, не видно. Так, а как? Надо, значит, повыше как-нибудь. Давай на машину. Давай на машину. Прицелься. Блин, я это не найду. Не, так не видно тоже. Тебе а надо на балкончик вот этот вот забраться, слышишь? Вон на балкончик. Не, надо вот сюда. Вон козырек, вот этот козырек. Встань туда. Штаны продаются. Слышишь? А как я тут достану? А ты на опрессор взлети и вон на козырек встань. Ты что там, трусы оранжевые носишь? Так, да, у него вот так оранжевые вот, трусы. А без трусов можешь стать? Смотрю. Да, быстрее. Ох ты. Знаешь, такой быстренько хоп и все. Ага. Поехали. Сейчас, подожди. Сейчас тачки отвезем скоро. Сейчас да, тачку мы будем сейчас закажу. Отвезить. А да. Ты в пижаме хочешь? Я знаю. Я сейчас могу переодеться. Оденься, как я. Ну, мы в такой вариант. У меня не получится. У меня так не получится. Только не в том стиле, как я, а в своем. О, все вот так вот. И про знаешь, что бы сказал так? Вот так, как он говорит. А ты так можешь, как я? В точь-точь. Точь-точь нет. Давай ты тоже лыжи. Это надо будет вырезать. Да. Да где Егорка в трусах бегает? Ну, это точно мир не должен видеть. В женских. Не то, что скилл. Ему понравилось с бабой играть. Да. А, вот весь аргумент, да? Да. Да, это маленький извращенец, еще тот. Не. Большой, значит, да? Голос такой. У меня на самом деле уже 38. 34. И мама кричит, Егорка, кушать. Сейчас. Всё, сейчас включим свет и все. А ты говоришь, не пойдем. Вон прошли как хорошо. Просто верить надо. Ты чё? Это мы генератор запускаем.
Сейчас включится свет. А, все. Я думал, ты не дернул. Прячется. О, вот так вот хорошо видно. Вот так вот. Посмотрите, какой у меня пуль. Вот я танковал. Я прыгаю. У меня есть это. На мне тоже пуль. Не прыгай, ты умрешь. У меня пока ты умрешь, не успей. Не прыгай, не прыгай. Ты умрешь, засрешь миссию. Вон лесенки есть для этого. Чтоб... Егор, поверь, здесь часто у игроков вылетает. Чего? И... Ваша команда покинула игру? Ты покинул, Серег. Я покинул. Да, ты покинул. Что за фигня? А здесь часто у игроков вылетает после включения света. У меня раза 4 здесь вылетело. Прикинь, в тот момент, когда ты включаешь свет, у тебя будет сразу идти. Пойду поем, что ли? Да, пойду поем. А я просто пойду. Пойду пожру, пойду посру, да? Когда Серега за рулем, смотреть очень страшно. Очень страшно. Ларри. Джейсон, куда он идет? Джейсон, ты подсоединяешься? Да, гружусь. Да, Ларри, как всегда, отошел, никому не сказал. Блять, когда я тебя первый раз твой ник увидел, я думал, это типа Джей Сан, типа сын Джея. Потом подумал, блять. И потом сразу же вспомнил пятницу 13. Нет, Серега, ты издеваешься. Я тебе дам, на, катайся. На, Ибра, отвези. Окей. Okay. Я тебе доверяю. Вези, вези. Все, 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 везите, пацаны. Мне не жалко никаких тачек. Все, как ты видел, у меня новый персонаж. Я еще нафармлю. Водить не умею. Толк с ним вообще стреляться, сейчас сражаться, какой толк, если пацаны, он пацаны, возьмите кто-нибудь, сюда, пожалуйста, груз. Я отстрелял их, только заберите его. Я не могу. Это надо тебе в сел заходить, а мы не сможем. Они не могут уже, нет. Егор не может. Нужно Артема отпустить. Пусть идет на помощь. А, Артем взял груз, молодец, красавчик. Молодец. Я ему этому пиздюку дам пиздюлей. Не надо вздавать. Мальчик молодой. Как ты вот такой агрессивный стал? Я? А, сразу пиздить, когда он груз берет. Это старый бедолага. Бедолага. Не надо его пиздить. А ты угораешь, парень. Конечно, угораю. Че, мой голос? А меня видно на радаре? Меня видно на радаре? Сейчас нет. Нет. Джейсон. Кто первый? Ты? Да. Обалдеть. Как так? Ты сзади меня летел. Шула погнать. Садись. Вот тебе горка, бум. Вот он я. У меня новый перс. Видишь? Унизил, пожалуйста. Это фиаско, братан! Унизили. О, дубинка появилась. Какие-то такая вот дубинка. Не надо. Чистая случайно. Случайно, сладкая. Пацаны, я лечу взорвать вас чисто случайно. Не надо, не надо. Не лети. Ты нам не нужен. Я чисто случайно взорву. Не надо. Ну чисто случайно. Гонор, ты что, вышел? Ну вот и все, народ, мой друг.
пришел к концу. Кому понравился ролик, поставьте лайк. И еще будет видео на следующей неделе. Всем пока.